Артисты Филипп Киркоров и Сергей Лазарев приняли участие в съемках новогоднего телешоу. Кролик, сидевший на руках у Киркорова, слишком сильно испугался громкого поздравления от звезд эстрады, передает телеграм-канал «Звездач». Во время съемок певцы надели королевские короны, а Филипп Киркоров даже взял себе на руки пушистого кролика. Когда звезды громко выкрикнули новогоднее поздравление, символ 2023 года от испуга справил нужду прямо на руки поп-короля. «Он какает на меня», — закричал Киркоров. Не ожидавший такого исхода артист даже выронил напуганного кролика из рук, но другие участники шоу успели поймать зверька.